Много я что-то в последнее время думаю о проблеме ЖКХ. ЖКХ, ЖКХ, это всюду слышно. Вот от чего это так все любят про ЖКХ, даже на выборах, особенно вот выборы, выходишь из метро, там стоят громкоговорители, тоже все кричат ЖКХ, ЖКХ, человек интеллигентного вида, ну никак нельзя подумать, чтобы его интересовало ЖКХ, сидит там, книжку читает, а сам заводит по громкоговорителю и экрану все это ЖКХ, истерию. Почему это все так трогает? Трогает это вот почему, потому что это... Вроде бы и не власть, но все-таки власть. Это власть маленького человека, человека такого гоголевского. Вообще иногда, ну, в принципе, не иногда, у нас все время повторяется, и даже иногда с периодом век все. И вот если посмотреть на конец позапрошлого века, вот помните, Акакий Акакьевич Башмачкин, какие-то эпопеи. Вот они когда появляются, эти люди? Когда появляется царь-реформатор? Царь-реформатор говорит, а побегу-ка я туда судебную реформу. Быстренько побегу, произведу университетскую реформу, перебегу еще земельную реформу. 61-й, там, 64-й год, каждый год какая-то реформа, он везде не успевает, сюда прибежал, реформу провел. Теперь, говорит, посадим, кто будет внедрять. И он садит, кто будет внедрять. Всякий мелкий офисный пролетариат. А поскольку он убежал, этот вот мелкий офисный пролетариат начинает свою диктатуру. Вот эта диктатура офисного пролетариата, при которой мы живем. Сегодня у нас кто управляет в университете? Всякие люди, которые оформляют документы, хочешь купить какую-нибудь установку, компьютер, конкурс надо объявлять, полгода, 50 подписей офисного пролетариата, они всю власть захватили, как товарищ Сталин когда-то, Ленин писал при смерти, когда товарищ Сталин сосредоточил громадную власть, потому что он был секретарь. Так вот, точно так же и в ЖКХ. Постепенно, когда кто-то прибежал, сказал, пусть все будут счастливы, и уехал, поручая это вам, начинает этот ЖКХ командовать, как все должно быть во дворе. Иногда бывают общественники. Сейчас придумали совершенно жуткую идею. Должны быть общественные советы. Это придумала «Справедливая Россия». И должны быть люди, которые поработали в ЖКХ при социализме. Вот сейчас им лет 80, их не обманешь. Взгляд у них острый. Они будут ходить по подъездам, устанавливать свои порядки. Они будут собирать какие-то собрания, обсуждать все это дело. А рядом с ними сзади стоит человек, который выступает в роли доброго полицейского и говорит, если вы соберете много денег, я их уберу от вас. И тогда наступит благорастворение воздухов, будет всем счастье.